Re, viss ēters ir te! Министерство экономики поддержит туризм и экспорт. Предприятиям, занятым в этих отраслях, до конца года может быть оказана поддержка в размере 30% от брутто зарплаты работников. На программу помощи планируется выделить 70 миллионов евро. 50 миллионов пойдет на поддержку экспортирующих предприятий, а 20 миллионов – на поддержку коммерсантов туристической отрасли. Размер помощи для каждой компании будет высчитываться, исходя из количества работников и падения оборота по сравнению с 2019 годом. Падение в отрасли составляет 80-90%. Необходим какой-то инструмент поддержки. Мы планируем реализовать этот механизм максимально быстро. Однако этот пакет поддержки для предпринимателей, поэтому необходимо согласование с Еврокомиссией. Но мы постараемся использовать этот инструмент, когда завершится режим простоя. Среди экспортирующих компаний на поддержку смогут рассчитывать предприятия, объем экспорта которых в прошлом году составил по меньшей мере 1 000 000 евро. Спад оборота во время кризиса составил по меньшей мере 20%, а средняя зарплата на предприятии в 2019 году превышала 800 евро. На каждого работника будет выделена помощь в размере 30% от его брутто зарплаты, которая превышает 800 евро, но не превышает 1500. Эти меры помощи могут вступить в силу уже с 1 июля.